Дорогие друзья, хочу поделиться радостью с вами. Меня превратили в комикс. Вот, это я. Вот. На самом деле вышла третья заключительная часть проекта «Самоучитель». Кто-то из вас вот помнит, что был самоучитель по философии и самоучитель по психологии. Эти самоучители действительно прямо самоучители, потому что здесь рассказываются какие-то истории, к ним задается вопрос. Вот, истории такие немножко как у Хармса, немножко как у черт знает кого. В общем, Семен Семенович ведет у меня себя, как это, аутоагрессивно, вот, творит всяческие непотребства, но зато все в картинках здесь. Вот так, да, я показал телевидению. Вот. А эта книжка, здесь нету истории про Семена Семеновича, здесь Семен Семенович присутствует только в напечатанном виде, вот, и он ведет со мной постоянно в виде комикса, он со мной постоянно, так сказать, что-то обсуждает, вот это они факт-карту рисуют здесь, что тут еще происходит, вот. Здесь вот что-то у них тоже какая-то дискуссия, явно он меня довел до ручки, он умеет. Здесь я вообще всю дорогу психически, потому что он что-то все время... да, вот и всякие шутки, вот, прибаутки. Ну вот, да, и да, но на самом деле здесь тексты, они не такие, может быть, простые, как в там, «Красной таблетке», например, вот, но они не такие сложные, как там, в научных монографиях. Это такие короткие эссе, которые отвечают на разные вопросы. Вот, о том, что такое интеллектуал. Вот мы тут с вами говорим, что книги для интеллектуального меньшинства. И вот здесь я пишу о том, что это такое. Что происходит с цивилизацией и почему мы можем ожидать ее гибели? Почему мы живем в негероическую эпоху? Вот, там, что такое познание, методология? Что такое содержательная и несодержательная коммуникация, развитие? Значит, и так далее. То есть вот большое количество концептов, которые на самом деле структурируют нашу жизнь, здесь рассказаны в виде таких коротких, почти литературных эссе с какими-то образами, аллюзиями. Вот. Я к этой книжке отношусь трепетно, вот, потому что в ней как-то по-человечески рассказано про о том, что, чем я занимаюсь с точки зрения такой серьезной работы и вынужден писать с сухим текстом всяких разных монографий о мышлении, психотерапии, методологии и так далее. Вот. А здесь это в таком веселом виде. Вот. И да, можете меня позачеркивать здесь, если что. Тоже развлечение. Читайте просто «Самоучитель».